Активистов пытают и угрожают здоровьем их близких. Именно многодетных родителей волнует будущее их страны. Они пожертвовали своей безопасностью и свободой, чтобы отстоять общие гражданские права. Вы можете пожертвовать 1000 тенге из каждой зарплаты для поддержки политически преследуемых. Они авангард нашей борьбы. И наша с вами задача – помочь этим людям поддержать морально и финансово. Это вклад в свободное будущее без лицемерия и страха.